Разрешить спорный вопрос в сфере жилищно-имущественных отношений. С этой целью на встрече с жителями деревни Подолино приехал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Несколько местных жителей получили документы о демонтаже заборов. За разъяснениями они обратились в депутатский корпус. Выяснили о том, что при выделении земельного участка были допущены кадастровые ошибки, в связи с чем часть земельного участка, который находится в собственности у одного из жителей, непосредственно примыкает и входит в границы существующие уже дороги местного проезда. Поэтому вариант решения, который здесь возможен, это корректировка границ земельного участка. Сейчас местные жители готовят документы для обращения в администрацию города, чтобы урегулировать спорный вопрос. Химкинские депутаты держат ситуацию на контроле. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.